Конфликт между двумя мужчинами произошел 4 ноября прошлого года во дворе дома номер 138 по улице Назарбаева. 34-летний житель Петропавловска избил дворника. Подозреваемого задержала полиция. Тогда ему назначили 5 суток административного ареста и 3 месяца запрета на употребление алкоголя. Экспертизы установили, что потерпевший получил вред средней тяжести. Суд приговорил обвиняемого к 2,5 годам лишения свободы.